Болгарскую ясновидящую целителя Ванню в Лондоне знают давно. В течение почти 20 лет, которые она прожила в Туманном Альбионе, она смогла помочь большому количеству людей справиться с их проблемами. Для Вани нет преград. Увидеть прошлое и будущее человека, она умеет дать ценный совет, как решить проблему. Поможет, используя свою положительную энергетику, настроенную на добро. Сейчас мы начнем. И я хочу, чтобы вы себе выбрали один камень. Выберите себе камень, пожалуйста. Любой. Вау. И держите его так в ваши руки, чтобы я почувствовал вашу энергетику на этот камень. Давайте мне. Успокойтесь, пожалуйста. Уберите ваши руки. Как интересно. Мы предсказываем сегодня, у меня это скатерка от Ванга, а это камень, это единственные два камня, которые от Ванга. Вот это ее облик, а это камень, который от ее места. И вы нечаянно выбрали. Ваня утверждает, что ее чудесный дар был передан ей от самой Ванги, знаменитой болгарской прорицательницы, к которой она была вхожа в дом. Прорицательницы Ванга и Ванни часто общались, стали подругами. Она имела доверие быть приглашенной на открытие храма Ванги в городе Рупите, в Болгарии. Ваня, мне интересно немножечко узнать вашу историю. Что в вашем понимании быть ясновидящей? И как вы связываете свою историю, свою судьбу с Вангой? Расскажите об этом. Больше чем 25 лет тому назад мне снились сны три раза, что Ванга меня зовет к себе. И между эти три сны два раза я умирала. В смысле, я была в гостях у нас дома в Болгарии, в Карлово, там, где я родилась. И жила до этого время, до 95-м году, пока я приехала в Лондон. И с ней после отправили наши гости. И после этого мне как-то все подкосились ноги. И даже первый раз мы позвали скорую, они сказали, что ничего такого не видят, кроме грипп. Но я в эту ночь, у меня руки отнялись, ноги отнялись. Я была куда-то, но... Что это было? Я была в другой мир. Нет, никакая болезнь не была, просто меня отвели на другое место. Мое тело было там. Я так, как и сейчас, когда предсказываю, могу с одного места переходить на другое место. Такое было и тогда. Я была действительно одна из специальных людей, потому что когда открывали церковь, я была Вангина церковь, Святая Петка, я была там и была с левая сторона на алтаре, а Ванга была рядом со мной. И я зажгла первая свечка от ее свеч. На следующий день, оказывается, она мне дала эту задачу продавать свечки для церкви. И очень часто я помогала ее по дому, просто сидели, разговаривали. Вижу людей, если я руку их не возьму, я могу сказать, какие болезни у них, какие операции у них, от что страдают и так далее. Международные медиа и телеканалы в преддверии проката фильма «Вангелия» проявили интерес к Ванне как человеку, лично знавшему знаменитую болгарскую предсказательницу Вангу. Так Ванни была приглашена в программу Андрея Малахова «Сегодня вечером». В нашей студии собрались те, кто знал Вангу лично, ее друзья и родственники. Она поделилась своими впечатлениями о жизни знаменитой Ванги. Ванни помнит слова знаменитой Ванги, которая сказала ей: «Ты здесь, дочка, чтобы помогать людям. К тебе все придет. Чтобы видеть мир, глаза не нужны». Люди, знающие Ванню в Англии и за ее пределами, из уст в уста рассказывают потрясающие истории о ее уникальных возможностях. Меня очень подкупила Ванина открытость и откровенность этого человека. И я к ней
приходила уже не на одну, не на две консультации. Я 5 консультаций. У меня маленький ребенок есть. И Ваня мне помогла также с проблемами, связанными с бессонными ночами ребенка. Сколько лет? Он совершенно маленький, он младенец, ему 2 месяца. Вот. Ваня мне давала камни, кристаллы, которые я использовала в кроватке для ребенка, и ребенок действительно стал очень хорошо спать. Стал очень спокойным. Ваня мне сказала, что все будет хорошо, и он будет очень замечательно спать, и вы будете довольны. Так и произошло, чему я очень рада. Также я прошла серию энергетических очищений с Ваней. А Ваня провела сеансы со мной, и я хочу сказать, что я чувствую себя очень хорошо, легко, физически и даже эмоционально и психологически. It was about 6 years ago when I first met her. I had very difficult personal issues at the time. I've tried different clairvoyants, psychics, fortune tellers, but none of them can deliver. Most of them, they were like, if it was feeling like something was missing. It was like they're holding something back so you can go back over and over again, or simply they didn't have any gifts. Until I've met her, I found her advertisement in a Russian newspaper, and I've decided to phone her. When I called her, she told me you have 3 questions, without asking anything, my name or anything, and that was amazing because I did have exactly 3 questions I wanted to ask her. About a few days ago when we met, I was overwhelmed by her positive energy that she had. She was very accurate and very straight to the point. It was nothing extra, nothing unfinished, exactly what I needed. And I've been going to her ever since. A few years ago my sister got very ill, and all the doctors, they didn't know what was wrong with her. And she was the only person that helped her. And thanks to her help, my sister is getting better now. Спектр услуг Вани широк. Проведение семинаров и тренингов, заряжание на удачу ювелирных изделий и камней, создание защитных талисманов, консультации при личной встрече и удаленно по скайпу или по телефону. Делай добро, и добро к тебе вернется. Такой универсальный совет всем от прорицательницы Вани.